своей любовью. Потому что нам не хватит нашей любви. Нам не хватит нашей мудрости. Що тебе, що дайся, без того падається не. Ми сваємо тебе. Як тебе з небес, ще й до землі. Ми сваємо, як тебе з небес, ще й до землі. Без того падається не. Без того славе. Ти мусиш завтратись. Ти мусиш завтратись. Ти мусиш маєнекомс. Що ти міняєш нас. Ти нас готовиш. Без того славе. Халлелуя. Аллилуйя. Аллилуйя. Так святый, скажи, пепел от меня сегодня. Скажи, Дух Святой, наполни меня сегодня. Меняй меня сегодня. Измени мое сердце. Измени мое сердце. Ставо ждитесь. Чтобы я не был как пруд, который, которым вода стоит. Чтобы вода потекла. Упе, кура скрастуас ау. Пусть я буду рекой на берегах, которые растут цветы и деревья. Деревья, которые пахнут и цветут, и где другие приходят получать вознамление. Благодарю, что ты находишь меня таким, как я есть. Ты находишь меня таким, как я есть. Но ты меняешь меня. Ты до сих пор создаешь во мне другие вещи. Ты создаешь меня, чтобы я там на небе мог быть с тобой. Я благодарю тебя. Благодарю за исцеление. Благодарю, что ты даешь нам время здесь на земле. Ты даешь чудеса. Благодарю за людей и за души, которые ты ставишь на нашем пути. Благодарим за наши семьи, за детей. Мы благодарим, что ты готовишь это следующее новое поколение. Научи нас любить. Научи нас, чтобы наши уши были открыты, чтобы духовные глаза были зрячие, чтобы мы видели, смотрели и видели, слушались и слышали. Мы чудесно сотворены. Благодарим тебя, Иисус. Мы чудесно, скажи, я чудесно сотворен. Я чудесно сотворен. Мне принадлежит свобода и исцеление. Амен. Ну, после когда Блак стал ваш, тут же сбринишь градить. Скажи кому-то, ты сбринишь градить. Не будь таким скучным, ты чудесно сотворен. Я всех чудесных людей приглашаю чуть-чуть поближе подходить, чтобы не стояли около дверей. Бог сотворил нам цитил. Бог сотворил нам стулья. У нас есть стулья, на которых можно сидеть. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем это воскресную школу. Чтобы дух послушания, чтобы дух мудрости был над ними. И даже если они идут в парк, они пусть они получат мудрости. Пусть у учителей будет мудрость, как это передать. Иисус учил людей и около моря, и на поляне, и где он только находился. И я обещал детям, что один день я с ними пойду на море, и там у нас будет воскресная школа. Это, наверное, будет, когда будет вода потеплее. Надо пожарить рыбу. И идти на край моря. И мы будем говорить о том месте, где Иисус встретил учеников на берегу моря уже с жареной рыбой и с хлебом. И там много можно об этом рассуждать. Можно говорить. Пусть наши дети вырастут такими, что они ищут, они знают Бога и ищут, знают. Ну, в общем, знают. Послушаются Богу. Аминь. Я?
Мы дети Божьи. Ты являешься детем Божьим. Амин. Он добрый. Tas jāatbild. Что надо отвечать? Viņš ir labs. Viņš ir labs. Viņš ir labs. Бог добрый. Amen. Viņš ir labs Dievs. Он хороший. Viņš atsūta mums īpašas svētku maizes. Он присылает нам особые праздничные хлебы. Jā. Viņi ir divi. Divas maizes mums šodien. У нас тут двое буханок и хлебушков. Īpaši ceptās. Особые. Iedomājies no Ukrainas. Представляешь, из Украины. Pabiju šī laika Ukrainā. Tādas labas. Ukraina ir tāda maizes zeme, vai ne? Украина – это земля, где ну, хлеба, где зерна много. Латвия тур та, ар то maize. В Латвии еще так. Bet Ukraina ir tāda maizes zeme, ne? Ukraina – это земля, где хорошо. Tā kā es dodu vārdu Aleksēja, mūsu mācītāja, vecākā mācītāja Aleksēja Ļedājo palīgiem. Я даю слово помощникам нашего старшего пастора Алексея Ледяева. Tā ir Linda un Andrejs. Viņi paši pastāstīs par sevi. Это Линда и Андрей, и они о себе расскажут. Un es tev gribu teikt, es uzmanīgs, ja tu klausies. Я хочу сказать, будь внимателен, когда ты слушаешь. Pirms mēs sākam runāt, pasaka, Svētais Gars atklāj man to, ko man vajag no šī dievkalpojuma. И прежде чем начнут говорить, скажи, Дух Святой, открой мне то, что мне надо получить от этого служения. Neklausies to tikai visu kā stāstu, kā liecību. Neslušai tolka, kā это как свидетельство, как рассказ. Noteikti Dievs tev runās kaut ko par tavu dzīvi, caur šiem stāstiem. Через это свидетельство Бог будет говорить что-то о твоей жизни. Un tā būs balss no Dieva. Это будет голос от Бога. Varbūt tā būs atbilde uz taviem jautājumiem. Может это будет ответ на твои вопросы. Esi izsalcis. Будь жаждущим. Esi izsalcis. Будь жаждущим. Amen. Amen. Andrejs un Linda. Пусть Бог благословит вас. Ладиси сети. Мы очень рады быть здесь, на этом месте. Мы с вами приятно, как будто вета. У нас есть сильное свидетельство. Mums ir spēcīgs liecības. Потому что мы победили дьявола кровью Агнца и силой слова своего свидетельства. Jo mēs esam uzvarējuši vēlnu ar jērasinību un ar savas liecības vārdu. У каждого здесь есть свидетельство. Katram šeit ir liecība. Каждому Бог что-то сделал. Katram Dievs kaut ko ir darījis jau. В нашей жизни это не исключение. Un mūsu dzīve nav izņēmums. Вы знаете, так в жизни устроено, что люди приходят по той или иной проблеме чаще всего к Богу. Dzīvē tā ir iekārtots, ka pie Dieva cilvēki atnāk vien tādas vai citādas problēmas dēļ. Вообще этот весь мир, он практически состоит из проблем. Vispār šī visa pasaule sastāv, var teikt, no problēmām. У тебя есть тело, тебе надо о нём заботиться. Tev ir ķermenis, tev par viņu jārūpējās. Не всегда есть настроение идти зарабатывать хлеб. Nevienmēr ir noskaņojums iet un maizi pelnīt, maizei. Иногда просто лень. Dažreiz ir vienkārši slinkums. И это уже проблема. Un tā jau ir problēma. Но есть другие проблемы. Ты цитишь проблемы. Самая главная проблема это не пойти в ад. Pati galvenā problēma ir nenokļūt ellē, neaiziet uz elli. Пойти в небеса. Bet iet uz debesīm. У Бога сегодня одна проблема, чтобы люди спасались. Dievam ir viena problēma, lai cilvēki glābtos šodien. И люди спасаются благодаря силе свидетельства и крови Агнца. Un cilvēki glābjas pateicoties jēra asinīm un cilvēku liecībām. В моей жизни сильное свидетельство. Manai dzīvē ir spēcīga liecība. 2008 году я умирал от наркотиков. 2008. Gadā es miru nost no narkotikām. У меня был гепатит С. Man bija C hepatīts. Жизнь моя была разбита. Mana dzīve bija sagrauta. Тело было разбито. Ķermenis viss bija sagrauts. Шло уже сильное отравление. Jau bija spēcīga saindēšanās. Но при всём при этом я пытался жить в этом мире. Ну, neskatoties uz to visu, es centos dzīvot šajā pasaulē. Ходить на работу. Iet uz darbu. Хорошая работа была. Латэнерго. Я инспектором работал в надзоре. Латэнерго, par inspektoru strādāju. Viņš latviski runā ļoti labi, dzirdat. Tātad Latvenergo, viņš par inspektoru strādāja. Хорошая машина. Laba mašīna bija. Ну, офис, всё. Офис viss bija. Одна часть людей выполняла учёт. Vien daļa cilvēku veica uzskaiti. Ну, а я ездил и непосредственно следил за реализацией, чтобы всё было законно.
Un es atkal braukāju apkārt un sekoju līdz tam, lai viss būtu likumīgi. И когда видел беззаконие, un, kad es redzēju nelikumību, видел, когда воруют, redzēju, kad zog elektrību. Первый вопрос: зачем вы это делаете? Pirmais jautājums bija, kāpēc jūs to darat? И люди начинают объяснять, зачем они это делают. Un cilvēki sāk skaidrot, kāpēc viņi to dara. И во всех этих объяснениях в основании лежит проблема. Un visiem šiem skaidrojumiem pamatā bija problēma. Денег не хватает. Naudas pietrūkst. А электричество надо. Bet elektrību vajag. И тогда я говорил. Un tad es teicu. Я так понимаю вашу проблему. Es tā saprotu jūsu problēmu. Давайте я вам немножко помогу. Es jums mazliet palīdzēšu, labi? Ваш долг сегодня составляет 800 латов. Jūsu parāds šobrīd ir 800 lati. Можем сделать 200. Mēs varam uztaisīt 200. Ой, 200 это дорого. Vai 200 tas ir daudz? Ну ладно, сейчас я подумаю, я доставал калькулятор. Es dabūju kalkulātoru. Доставал бумаги, акты. Dabūju papīrus, aktus. И начинал думать. Un sāku domāt. Ну, 150. Ну, 150. Люди соглашались, бежали за деньгами. Cilvēki piekrita un brauc pēc naudas. Всем было хорошо, проблемы решались. Visiem bija labi, problēmas risinājās. Но при этом я говорил. Bet es teicu. Я вам все равно должен выписать штраф, вы же понимаете, сигнал был. Man vienalga ir, jums jāizraksta kvīts, nu, soda kvīts. Придите, пожалуйста, завтра к нам на комиссию. Atnāciet lūdzu rīt pie mums uz komisiju. Ваш штраф будет всего лишь 15 латов. Jums sods būs tur 15 lati. Поймите, это для нас важно, это наше общее дело. Tas ir mums svarīgi, tas ir mūsu kopīgs darbs. С утра человек приходил на комиссию. No rīta cilvēks atnāca uz komisiju. Начальство было счастливо, потому что есть работа. Priekšnieki bija priecīgi, jo viņiem ir darbs. Нарушитель тоже счастлив, потому что надо платить меньше, чем 800 латов. Un pārkāpējs arī bija priecīgs, jo viņiem jāmaksā vairāk, mazāk nekā 800 lati. И я счастлив. Un es biju laimīgs. Вот так выглядела схема моей работы. Un tā izskatījās mana схема. У меня были отличные показатели. Bija lieliski rādītāji bija. Куча штрафов. Kaudz ar самый передовик. Передовик. Ну, es biju pašā priekšā. Начальник всегда звал на охоту. Они под Тукум съездили, у них там есть угодья, где они. Un priekšnieks vienmēr aicināja uz medībām. Заботился обо мне, учил меня. Viņš mācīja mani un rūpējās par mani. И самое интересное, что все все знали. Galvenais, pats interesantākais, ka visi zināja. Ну, делали вид, что все в порядке. Bet darīja, izlikās, ka viss ir kārtībā. Потому что был общий счастливый результат. Jo bija kopīgs, laimīgs rezultāts. Но духовный мир, он не такой. Bet garīgā pasaule tā nav tāda. В духовном мире ты не будешь придумывать свою правду. Tu savu patiesību neizdomāsi. Есть правда Божья. Ir Dieva. Patiesība. А есть наша правда. Un ir mūsu patiesība. То, как нам кажется. Tas, kā mums liekas. И порой не всегда наша совесть и честь, она сходится с совестью и честью духовного мира. Un nevienmēr mūsu sirdsapziņa un gods sakrīt ar garīgās pasaules sirdsapziņu un godu. То, что нравится Иисусу, tas, kas patīk Jēzum, не всегда нравится нам. Nevienmēr patīk mums. И я скажу тебе, что в основании христианства лежит жертва. Un kristietības pamatā, es varu teikt, tev ir upuris. Слава Богу, у нас воскрес Иисус, на кресте его нету. Слава Dievam, ka Jēzus ir augšām cēlies, viņa nav pie krusta. В некоторых церквях он еще на кресте. Dažās draudzēs viņš joprojām ir pie krusta. И 4 года такой жизни. 4 gadus. В Latvenergo. Такой жизни. Tāda vētrājuma dzīve Latvenergo man bija. Они довели меня до точки, что уже все. Un es nonācu pie punkta, man noved tā kā, ka viss man vairāk nav. Нет физических сил. Nav fizisku spēku. Грех съел все ресурсы. Grēks apēd visus resursus. Дьявол делает так. Velns dara tā. Чтобы в твоей жизни был грех. Lai tavā dzīvē būtu grēks. Чтобы этот грех был для тебя в первую очередь и для всех окружающих удобным.
Lai tas grēks būtu ērts gan tev, gan taviem apkārt esošajiem. Но в конце концов ты умирал. Bet beigās, lai tu nomirtu. Я зарабатывал 6000 долларов минимум в месяц, если Man bija kaut kāda 6 alga, ap 6000 dolāriem mēnesī. Нечестивым путём. Ar negodīgu ceļu. Большая часть этих средств шла в Вену. Lielākā daļa šo līdzekļu gāja Vēnā. Я, так сказать, инвестировал. Investēju, tā teikt. В своё тело. Savā ķermenī. Инвестировал желания, которые есть внутри меня. Эти инвестиции, они вообще разбили мою жизнь полностью. Un šīs investīcijas viņas pilnībā sagrāva man dzīvi. Близкие, родные видели проблему. Tuvie radinieki tie redzēja šo problēmu. И говорили, давай поедем туда, может там помогут. Ну, он теся aizbrauksim, varbūt tur, varbūt tu tev varēs palīdzēt. Может тут полежишь, может тут зашьют. Varbūt tur iešūs kaut ko, varbūt tur tu varēs pagulēt un В принципе, я был на всё согласен. В принципе, я был из всего ар миру. Может быть гипноз, я тоже согласился. Varbūt hipnoze, tu arī es piekrits būt. Ну, у Бога были другие планы на это. Dievam bija citi plāni šai sakarā. Ничто в системе этого мира не поможет тебе так, чтобы дать тебе спасение, свободу, и при этом ты чувствовал себя хорошо и не был никому ничего должен. Un nekas šai pasaulē tev nevar darīt tā, lai tu būtu brīvs un vesels un nejustos nevienam neko parādā. Мир лежит во зле. Pasaule ir iegrimusi ļaunumā. Если кто-то пытается рассказать, что система этого мира, она благословенная, хорошая, прекрасная, то это ложь. Kāds cenšas pastāstīt, ka šīs pasaules sistēma ir laba un svētīta un brīnišķīga. Даже если мы будем смотреть на то, кто стоит во главе государства, во главе городов. Pat ja mēs skatīsimies uz to, kas ir valsts priekšgalā, uz pilsētu valdībām. Мы будем видеть, что финансы, они показывают сердце человека. Un mēs redzēsim, ka finanses tās parāda cilvēku sirdi. Они показывают, что люди в первую очередь эгоисты. Viņi parāda, ka cilvēki visu pirms ir egoisti. Сущность любого человека в основании, она несёт эгоизм. Katra cilvēka būtība nes pamatā egoismu. Если человек не отдал себя, не принадлежит Богу, не родился свыше, он 100% эгоист. Un ja cilvēks nav atdevis sevi un Dievam, un viņš nav Glābts, tad viņš 100% ir egoists. Если в нём нет внутри учения, Ja viņā nav mācības. Потому что Библия говорит, что блажение давать. Bībele saka, ka labāk ir dot, нежели брать. Nekā ņemt. А закон этого мира говорит, бери, копи, никуда не отдавай. Bet šīs pasaules likums saka, ņem, krāj un nekur nedod projām. Если ты о себе не позаботишься, о тебе никто не позаботится. Ja tu pats par sevi neparūpēsies, neviens par tevi neparūpēsies. И человек без Бога, живя в физическом мире, он устает. Un cilvēks dzīvojot bez Dieva fiziskajā pasaulē, viņš nogurst. Потому что есть духовный голод. Jo ir garīgais bads. И этот духовный голод заставляет человека постоянно искать. Un šis garīgais bads liek cilvēkam pastāvīgi meklēt. Если не было бы духовного голода внутри, Ja nebūtu šī garīgā bada iekšēnē, мир бы не развивался. Pasaule nebūtu attīstījusies. Мы бы до сих пор ходили в лучшем случае в кожаных одеждах. Mēs labākajā gadījumā joprojām staigā tādas apģērbos. Жили в пещерах. Dzīvot alās. Этот внутренний духовный голод, он заставляет нас двигаться вперёд. Un šis iekšējais garīgais bads, tas liek mums virzīties uz priekšu. Но некоторые люди, такие вот как я, до того как спасся, двигался не вперёд, а назад. Bet daudz cilvēku tādi kā es, kas nebija glābti, mēs virzījāmies nevis uz augšu, bet uz leju. Та модель, в которой я жил, ну, модель жизни, в которой Tas dzīves modelis, kurā es dzīvoju. Для других людей выглядело успешно и прекрасно. Un citiem cilvēkiem izskatījās brīnišķīgi un lieliski. Молодой парень 26 лет. Jauns puisis 26 gadi. В университете учится. Universitātē mācās. Машина новая есть. Jauna mašīna ir. Должность в государственном акционерном обществе. Pie šitās tā amats valsts akciju sabiedrībā. Но мозги прокляты. Bet smadzenes bija nolādētas. Мозги прокляты. Smadzenes bija nolādētas. Ценности не те. Nepareizas vērtības bija. Нету Христа в сердце. Nav Kristus sirdī. Нету благой вести. Nav labās vēsts.
И ты умираешь. Un tu nomirsti. И однажды пришла женщина. Vienreiz atnāca sieviete. Верующая. Ticīga. Я ее знал, она была учительницей в нашей школе. Es viņu pazinu, tā bija skolotāja mūsu skolā. Все на нее говорили. Visi viņai teica, ka viņa jocīga ir. Рассказывает какую-то ерунду. Stāsta kaut kādas muļķības. Говорит о каком-то боге. Stāsta par Dievu. Но она была такая дерзновенная женщина. Viņa bija tāda ar deksmi, tāda sieviete. Наполненная Духа Святого. Pilna ar Svēto garu. Ну и дар учителя, вы сами понимаете, она, ну, у нее есть авторитет. Un, protams, skolotāja viņai ir autoritāte. Поэтому она на всех людей смотрит, как на детей, которых надо учить. Tāpēc viņa uz visiem cilvēkiem skatās, kā uz bērniem, kurus vajag mācīt. Это власть, которая пришла в результате того учения, которое она получала в университете, на педагога. Un tā ir vara, kas atnākas viņai caur šo mācību, ko viņa saņēmusi caur universitāti. Через учение в ее жизнь пришла определенная власть. Caur mācību, caur skolu viņas dzīvē ienāca zināma vara. Она пришла к Богу, и еще определенная власть пришла от Бога. Un viņa atnāca pie Dieva, un vēl noteikta vara nāca no, nu, no Dieva ienāca viņas dzīvē. Я посмотрел. Es apskatījos. Ей 70 лет, мне было неудобно ее послать. Un viņai 70 gadu, man nebija, bija neērti vienkārši viņu pasūtīt tālāk. Я говорю, Ирина Васильевна, ну заходите. Es teicu, Ирина Васильевна, ну labi, nāciet iekšā. Что вы мне хотите рассказать? Ko jūs man gribat pateikt? Она говорит, мне звонила твоя мама. Viņa teica, man zvanīja tava mama. А перед этим была ситуация в 96-м году. Un 96. Gadā pirms visa šī tikšanās bija situācija. Когда я только начинал быть плохим мальчиком. Kad es tikko sāku kļūt par slikto puiku. Мне было 15 лет. Man bija 15 gadi. И мы уже немножечко возле школы начинали дышать клей иногда. Mēs jau dažreiz pie skolas mēģinājām elpot līmi. Курить сигаретки. Пипеть сигареты. И она вышла однажды, увидела меня и моего друга. Un vienreiz viņa iznāca un ieraudzīja mani un manu draugu. И отвела нас в церковь новое поколение к Алексею, пастору. Un aizved mūs uz draudz jaunā paudze pie mācītāja Alekseja. Ну, честно, она нас заманила. Un viņa mūs iemānīja, var teikt. Она рассказала, что там будет печенье, будет музыка, будет интересно. Un viņa teica, ka būs... Было, было. Būs cēpumi, būs mūzika, būs jautri un interesanti. Была хорошая подача, да. Bija labā esma, bija. Мы приехали туда с другом. Mēs ar draugu tur aizbraucām. Смотрели, что там ходят какие-то странные люди, улыбаются, здороваются. Mēs ieraudzējām dīvainus cilvēkus, visi smaida un sveicinās. Ну, как бы уже такое было половое созревание, там, наверное, лет 15 нам было. Mēs bijām, ну, tā kā nobrieduši jau jaunieši. И первое, о чем мы спросили, а есть здесь девушки? Pirmais, ko mēs pajautājām, šeit meitenes ir? Это жизнь, это плоть. Tā ir miesa, tā ir dzīve. Мотивы очень такие святые. Ļoti svēti motīvi. Ну, нам обещали чай, кофе, печенье, танцы. Mums solīja čeju, kafiju, cepumus, dejas. Так приходит церковь неверующий человек. Tā atnāk uz draudzi neticīgs cilvēks. Очень часто люди приходят сюда первый раз, вообще не понимая, куда они пришли. Ļoti bieži cilvēki atnākuši uz draudzi, vispār nesaprotot, kur viņi atnākuši. И нам нужно в этом им помочь. Un mums tajā viņiem jāpalīdz. Вы знаете, людей в это время особенно, их надо готовить. Un cilvēki ir īpašajā laikā, viņus vajag gatavot. Ну это дальше, сейчас я закончу свидетельство. Es pabeigšu liecību par to vēlāk. В общем, мы один раз туда съездили и больше туда не приезжали. Mēs vienreiz citiem vārdiem aizbraucām uz turienu un vairāk pēc tam nebraucām. И я помню, что грех, 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 наркотики, там какой-то алкоголь, все в жизнь постоянно приходить начало. Un es atceros, ka grēks, grēks, alkohols un narkotikas sāka vienkārši ienākt manā dzīvē. Mama с папой развелись. Mama ar tēti izšķīrās. Я пошел искать авторитет на улицу. Un es aizgāju uz ielu meklēt autoritātes. Там я его нашел. Un tur es atradu. Это нормально, тебе 15 лет, у тебя друзья, которым по 30. В принципе, авторитета хватает. Un
Tad, kad tu esi uz ielas un tev 15 gadi un tev ir draugi, kuriem ir 30 gadi, tev pietiek viņa autoritātes. Спасибо маме, что она молилась, верила, что что-то поменяется. Un paldies mammai, ka viņa ticēja un lūdza, ka kaut un ticēja, ka kaut kas mainīsies un lūdza Dievu. 11 лет она верила. 11 gadus viņa ticēja. И следующая встреча с этой учительницей произошла в 2008 году. Un nākamā tikšanās ar šo skolotāju bija 2008. Gadā. Все уже не выглядело так сладко. Viss tik saldi vairs neizskatījās. Были другие обстоятельства. Bija citi apstākļi. Я стоял обдолбанный и уставший. Es biju apdauzīts un noguris. Она говорит: "Давай я за тебя помолюсь". Viņa teica: "Es ar tevi palūkšu Dievu". Labi? Я говорю: "Ну молись". Es teicu: "Nu labi, lūdzu". Если что-то поменяется, молись. Ja kaut kas mainīsies, lūdzu. Я уже в принципе ни во что не верю, но молись. Es jau principā vairs nekam neticu, bet tu var lūgt. Она взяла меня за руку. Viņa paņēma man pie rokas. Начала молиться на иных языках. Un sāka lūgt mēlēs. Я уже что-то где-то когда-то об этом слышал. Es kaut ko par to biju kaut kā dzirdējis jau. И когда тебе плохо, тебе все равно. Молятся на иных языках или еще как-то молятся. Vai tev vienalga, kādās mēlēs lūdzu vai citās mēlēs? Ты согласен, лишь бы что-то поменялось. Tu esi ar mieru, ja tikai kaut kas mainās. Она говорит: "Ты увидишь, твоя жизнь скоро изменится". Un viņa teica: "Tu redzēsi, tavu dzīvi drīz izmainīsies". Ты будешь служить Богу. Tu kalposi Dievam. Я начал смеяться. Es sāku smieties. Смеяться, ну так издеваясь. Es tā ņirgājoties smējos. Какой Бог, говорю, посмотри на меня. Kāds Dievs, tu paskaties uz mani. Какое служить, до свидания. Какой, kāds, kāda kalpošana, man tu līdās viss jāatvadās jau ir. И прошло недели две. Pagāja kāds pāris nedēļas. Вдруг. Pēkšņi. Я собрал сумку. Savāc somu. Приехал в церковь. Atbrauc uz draudzi. Мама со мной приехала вместе. Un arī mamma ar manīm kopā atbrauc. И со мной пообщался служитель. Un ar manīm viens kalpotājs parunājās. Говорит: "Твоя жизнь может измениться, тебе надо ехать на реабилитационный центр". Un viņš teica: "Tavu dzīvi var izmainīties, tev jābrauc uz rehabilitācijas centru". Я говорю: "Да мне не нужна реабилитация". Es teicu: "Man nevajag rehabilitāciju". У меня все нормально. Man viss ir normāli. Только вот бы откачали и все. Вид, как она лает пумпой, он Но нам нужно преобразоваться мышлением, измениться мышлением. Mums vajag pārveidot mūsu domāšanu. Неважно, где ты сегодня находишься. Неважно, где ты сегодня находишься. Nav svarīgi, kur tu šodien atrodies. Если у тебя мышление проклятое. Ja tev nolādēta domāšana ir. Ты будешь жить по проклятому. Tu dzīvos šo nolādēto dzīvi. Если сегодня ты обращаешься сюда. Ja tu šodien šeit vērsies. Это источник, инструкция жизни. Tas ir avots, tā ir instrukcija dzīvei. Если у тебя есть взаимоотношения с Богом. Ja tev ir attiecības ar Dievu. Если ты просишь Духа Святого вообще, какая воля о тебе. Ja tu prasi Svētam Garam, kāda ir vispār griba tavai dzīvei. Это слово будет тебе говорить. Šis vārds runās uz tevi. Ты увидишь другую жизнь. Un tu dzīvos citu dzīvi. Это слово изменит твое мышление. Tā, šis vārds mainīs tavu dzīvi. Amen. Amen. И в 2008 году. Un 2008. Gadā. Я начал молиться, поститься. Es sāku lūgt Dievu un gavēt. Бог исцелил меня от гепатита. Dievs man dziedināja no hepatīta. Полностью восстановил организм. Pilnībā atjaunoju organismu. Я там где-то килограмм 11 набрал, наверное. Es kādus 11 kilogramus pieņēmu svarā. Туда приехал уставший такой. Uz turienu aizbrauc tās galīgi saguris. А еще перед этим получилось где-то три друга похоронил, там буквально в короткий срок. Un vēl neilgi pirms tam es kaut kādus trīs draugus apglabāju. Один вообще позорно умер, на туалете прямо. Viens vispār apkaunojuši nomir, apsēdās uz poda nomir. Один у меня прям в машине остановилось у него сердце, кровь вышла. Ну, все было залито. Мы укололись наркотиком, и парк, люди вокруг. Как бы день такой чудесный, суббота или воскресенье. Кто-то шашлык жарит, кто-то с собакой гуляет. Bija tāds labs laiks, viss parks apkārt, labs laiks, un cilvēki tur pikniks taisīja. И мы укололись, и вот так аж отключило просто. Un mēs lietojām narkotikas, un mašīnā vienkārši viņš nomira. Я поворачиваюсь, смотрю, у него кровь вышла, вся майка в крови. Es vienkārši pagriežos, skatos uz viņu, viņam viss asins izticējuši ārā, viss drēbes asinīs. Лежит труп. Guļ, guļ līķis.
Я понимаю, что это труп. Он не хрипит, не сопит. Кровь вышла, сердце остановилось. Asins iztecējuši, sirds apstājusies, visi saprot, ka viņš ir nomirs. Ja tam kaut kā no šīs mašīnas vylez. Es kaut kā no šīs mašīnas izlīdu. Dvieri atkrīli, domāju, čo dēlēt. Atvēru durvis, domāju, ko darīt. V moh evo brosīt, zakapāt. Uz sūnās iemest un afrakt. Ili v milīciju zvanīt. Vai uz milīciju zvanīt. I takāja dilema. Tā dilema. Problēma nehočetsa s milīciju. Problēmas ar miliciju negribas. Труп на себя брать не хочется. Un līķi uz savas sirds ar negribas. А с другой стороны друг и надо что-то делать. Un otrs puses it kā draugs un vajag kaut ko darīt. Он сегодня служит в Кенгараксе, все нормально, слава Богу. Viņš šodien kalpo Ченгарагā, viss normāli. И как-то такие вот всякие обстоятельства очень часто стали происходить. Un visādi šādi apstākļi sāka notikt. И в тот момент ключевое решающее было, это я просто сказал в своих мозгах: Бог, если ты есть, пусть он начнет дышать. Un tajā brīdī šis atslēgas moments bija, kad es savās domās vienkārši pateicu: Dievs, ja tu esi, tad lai viņš sāk dzīvot. Ничего не происходило, где-то 8-10 минут вообще. 8 или 10 минут, nekas nenotika vispār. Я его так вытащил к машине, что-то там пытался его как-то. Es viņu izvilku no mašīnas, mēģināju kaut kā atdzīvināt. Я уже понимаю, что всё. Un es saprotu, ka viss. Я говорю: Бог, там что-то та учительница говорила, и вообще. Если ты есть, я не хочу вот это вот брать на себя. Он я твой есть, я не говорю, что его с самим ņemt. И он начал хрипеть. Он ещё сака кракт. Я смотрю, он хрипит. Я стал ему помогать, как, ну, массировать сердце. Он с ним сака палīdzēt masēt sirdi. И где-то так минут через 20 он уже разогрелся. Un pēc minūtēm 20 viņš jau bija tā kā atsils. Ничего не помнит, говорит, вообще не помню ничего. Говорит, какой-то свет, что-то, ну вот как все клиническую смерть свидетельствуют. Viss, kā, viņš saka, neko it kā neatcerās, bet, nu, kaut kādu gaismu, kaut ko tā kā ir dzirdēt šie stāsts par klīnisku nav. Что со мной произошло, говорит, весь крови он понять не может. Viņš nevarēja saprast, kas ar viņu noticis, ka viss viņa drēbes asinīs. Я говорю: Юрчик. Es teicu: Юрчик. Мы с тобой отдохнули. Mēs ar tevi atpūtāmies. Ну его хватило на 4 месяца. Он пятик с 4 месяцами. Вот этот страх смерти, что он пережил на 4 месяца всего лишь. Он ещё избавился, что он пердзивает, это свин 4 месяца весом турей. Потом он опять ещё хуже нырнул туда. Он потом ещё вел ляунок инерте. Я уже проходил реабилитацию. Bet es jau sāku šo rehabilitācijas. Как только у меня появилась возможность через год попасть в свой город. Un kad man radās iespēja pēc gada nokļūt savā pilsētā, я встретил его мать. Es satiku viņa māmu. И она говорит: Юра украл 20 латов и дрель из дома. Юра ir nozadzis 20 latus un urmašīnu no mājām. Я такой: слава Богу, ничего не поменялось. Es teicu: слава Богу, слава Dievam, nekas nav mainījies. Ну потому что если бы у него жизнь без Бога хоть чуть-чуть там подвосстановилась, была бы уже проблема. Ему покаяться. Bet ja dzīve bez Dieva būtu atjaunojusies, tad viņam būtu jau problēma šos grēkus nožēlot. Я быстро ему позвонил, ты где? Es ātri viņam piezvanīju un es teicu: tu kur tu esi? А он был на точке, я знал, где он. Es zināju, kur viņš bija tajā točkā. Я говорю: что ты там с этими делаешь? Иди сюда вниз, поговорим. Es teicu: ko tu tur dari ar tiem čaļiem, tur ar tiem draugiem nāc pie manī, mēs parunāsimies. Дрели 20 лат бери с собой. Un to urmašīnu 20 lats ņem līdzi. Он сразу понял, что мне позвонила его мама. Viņš saprata, ka viņa mamma ir piezvanījusi viņam. Ему стало стыдно, он вышел. Viņam kļuva kauns, viņš iznāca. Знаете, как всегда. Ziniet, kā vienmēr, tajā brīdī. Ну, голову так опускает, садится. Стыдно ему. Viņam а kauns. На самом деле, какое там стыдно, когда ты в наркотиках, ничего не стыдно. Ты такой актер, что тебе можно вот так вот гастролировать без подготовки везде, и все люди будут улыбаться и радоваться. Kad narkozem narkotika, viņš teica, kāds tur kauns, tur var arī uzstāties un braukt, uzstāties un bez nekādām sagatavošanās un visi tev ticēs. Я ему говорю: то будущее, которое ты выбрал для себя. Es saku: to nākotni, ko tu esi izvēlējies sev. Ты говорю: через полторы недели просто умрёшь. Tu pēc pusotras nedēļas tu var nomirt, vienkārši nomirs. Я говорю: я здесь буду ещё 2 дня. Es saku: es šeit būšu vēl 2 dienas. Потом мне надо будет уехать. Pēc tam man vajadzēs aizbraukt. Прими решение и давай жизнь менять. Un pieņem lēmumu. Mainīt dzīvi. Aha.
И все, он поехал на реабилитацию. Он венча избрался за реабилитацией. Сейчас служит, женился. Вот так вот венчка алпонер, прецеес. Это работает. Это страда. Бог есть. Дев сыр. Знаете, сегодняшнее слово я назвал «преобразуйся умом». Un šo šīs dienas vēsti es esmu nosaucis par mainies prātā, jeb izmaini savu prātu. И место писания Римлянам 12 глава. Un ir tātad rakstvieta ir Romiešiem 12. Nodaļa. С первого стиха. Romiešiem vēstule 11. Nodaļa no pirmā panta. 12. Romiešiem 12. Nodaļa. No pirmā panta. Rimļinam 12. Pirmā stiha. Kur ir romieši? Сейчас мы прочитаем. Я закончу немножко свидетельство. Un es, mēs tūlīt izlasīsim, es pabeigšu liecību. Я принял решение идти за Богом. Un es pieņēmu lēmumu sekot Dievam. В конце реабилитации не знал, что мне надо будет делать. Un beigās šīs rehabilitācijas laika beigās es nezināju, ko man vajadzēs darīt. Прошёл год. Pagāja gads. Я думал, что ж Бог хочет в моей жизни. Un es domāju, ko tu Dievs grib manā dzīvē? Ну, у Бога есть такое черта характера. Bet Dievam ir šāds rakstur iezīme. И он о ней говорит в Исаия. Un viņš par to saka Jesajā. Не видел того глаз и не слышал того уха, что приготовил Господь любящим его. Un to nav acis redzējis, nav dzirdējis, ko Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. И это в жизни абсолютно каждого человека. Un tas ir katra cilvēka dzīvē. Все зависит от того, насколько Бог сможет поработать с тобой, насколько ты будешь слышать Дух Святой. Un viss ir atkarīgs no tā, cik Dievs spēs ar tevīm strādāt, cik tu dzirdēsi Svēto garu. И насколько ты будешь послушаться тому, что тебе говорит Дух Святой. Un cik tu būs paklausīgs tam, ko Svētais Gars tev saka. Дух Святой говорит всем. Svētais Gars saka, runā uz visiem. Все, кто в церкви, всем говорит Дух Святой. Visiem, kas ir draudzē, Svētais Gars runā. Все, кто рождены свыше, со всеми говорит Дух Святой. Visi, kas ir piedzimuši no augšienes, Svētais Gars runā. Var visiem. Amen. Я поехал на библейский колледж. Un es aizbraucu uz Bībeles koledžu. Прошел школу на Украине библейскую. Un izgāju šo skolu Ukrainā. Встретил свою будущую жену. Satiku savu nākamo sievu. Думаю, о, классно. Es domāju, о, brīnišķīgi. Мы поженились. Mēs apprecējāmies. И остались на Украине. Un palikām Ukrainā. Потому что, когда шел библейский колледж, я почувствовал внутри себя, ну, ясно слова. Тебе надо оставаться здесь, я буду тебя учить. Un es, kad beidzām šo koledžu, es sadzirdēju skaidri savā sirdī šos vārdus. Tev jāpaliek šeit, es tev mācīšu. Я думал, чему учить. Es думаю, ко мацит. Ну да, классная большая церковь, но другая страна, что я здесь буду делать? Un brīnišķīgi ir liela draudze, bet šī ir cita valsts, un ko es šeit darīšu? И Бог говорит: "Просто оставайся". Un Dievs teica: "Vienkārši paliec". Всё будет хорошо. Viss būs labi. Жена есть. Сила ir. Пастор есть. Мацītājs ir. Где жить есть. Есть пить, всё есть. Есть дзert, viss ir. Если чего-то нет, всё равно есть. Ja kaut kas arī nav, tad vienalga, tas ir. Мы начали служить. Un mēs sākām kalpot. Там, где живут Линдины родители, куда мы сначала поехали. Un tur, kur Lindas vecāki dzīvo, tur, kur mēs aizbraucām sākumā. Там не очень большая церковь. Tur nav pārāk liela draudze. Ну и мы стали там служить. Mēs sākām tur kalpot. Я видел большую церковь. Es redzēju lielu draudzi. И мне казалось, тут так все легко и просто. Un man likās, viss tik vienkārši un viegli. Сейчас выйду за угол и сделаю то же самое через 15 минут. Es tūlīt iziešu ārā un pēc 15 izdarīšu to pašu, pēc 15 minūtēm notiksies. Вот такие были амбиции. Такие были? Амбиции. Tādas амбиции man bija. На самом деле все не так. Bet patiesībā viss nav tā.
Бог, Он есть Бог порядка и устройства. Dievs ir kārtības Dievs. И для Бога, для сверхъестественных чудес нужна естественная платформа. Un pārdabiskiem brīnumiem ir vajadzīga dabīga platforma. Он говорит, вот тебе церковь. Lūk tev draudze. Вот здесь пастырь. Lūk šeit ir mācītājs. 4 человека. 4 cilvēki. Давайте делайте пробуждение. Taisiet atmodu. Ты такой стоишь, думаешь, что Господь, разве ты меня для этого готовил? Un tu domā, Dievs, vai tu mani priekš tam gatavoji? Это здесь ты меня будешь учить. Šeit tu mani mācīs. Да. Ja. Здесь. Šeit. Вот тебе принтер. Lūk tev printeris. Печатай трактатки. Друка буклетс. Иди вот к алкоголикам. Ej pie alkoholiķiem. Иди к наркоманам. Ej pie наркоманiem. Иди к бабулям. Ej pie vecmāmiņām. Через две недели меня уже знал весь город. Pēc divām nedēļām man viss pilsēta pazina. У меня в каждом дворе практически. Там Katrā... небольшой городок такой, как Кулдыга. Там, Tāda neliela pilsētiņa, tā kā Kuldīga. Katrā sētā. Un bija. Бабушки ждали меня. Vecmāmiņi. Они знали, что я приду в субботу. Gaidīja mani, viņi zināja, ka es sestdien atnākšu. И что-нибудь им расскажу. Un kaut ko viņiem pastāstīšu. Почти в каждом дворе была ячейка. Katrā sētā bija pa šūniņai, mājas grupai. Некоторые бабушки меня особенно раздражали. Dažas vecmāmiņas mani īpaši kaitināja. Потому что я не мог понять, как можно быть такой тупой. Es nevarēju saprast, kā var tik stulbs būt. Как можно не понимать простых вещей. Kā var nesaprast elementāras lietas. Но одна меня очень хорошо слушала. Bet viena ļoti labi man klausīja. Я все не мог понять, зачем. Es vienkārši nevarēju saprast, kāpēc. Смотрю, она как-то один раз меня отозвала в сторону. Viņa vienreiz man pasauca malā. И достает партбилет. Ko? Партбилет. А, партийс билет viņa izvelk. И говорит, послушай, парень. Viņa teica, klausies, puis. Ты так хорошо лечишь людей. Tu tik labi ārstē cilvēks. Давай к нам, говорит. Нас пе мумс. Взносы у нас небольшие. Мумс тас иемаксис но лиелс. Каждый месяц по 5 гривен. Пец, катр мэнес, пецес гривнес. Достает буклет. Винь паням шо буклет. Ну, иемакса это. Ну, где она деньги платит, иемакса такая распечатка. Ну, иемакс. Там, я иемакс, то лапень. И я смотрю... Советский Союз давно кончился. С Подобием Советским Союзом бегусь поставит. А у нее этот журнал отчетный с 90-го года по 5 гривен каждый месяц. Годем шесть журналов и все исполнить. Думаю, вот это вы бабушка верная. Вот ши и вецма, он ши и рустицам. Партии. Партией. И всему остальному. Мы всем парем. Она говорит, я согласна прийти в вашу церковь. Viņa teica, es esmu būt ar mieru aiziet uz jūsu draudzi. Но сначала ты приди к нам. No sākuma tu pie mums atnāc. Потому что если они прежде узнают, что я к вам пришла, они меня убьют. Jo viņi, ja viņi uzzinās, ka es pie jums vispirms es aizgāju, tad viņi man nogalinās. Пойди, говорит, сначала туда. Aizej no sākuma uz turieni. Расскажи им там что-нибудь. Pastāsti viņiem kaut ko. Я знаю, есть там еще несколько человек, которые после твоего рассказа тоже пойдут к вам в церковь. Viņa teica, es zinu, ka ir daži cilvēki, kuri pēc tavu stāstu arī es uz jūsu draudzi. Я говорю, откуда такая уверенность? Es domāju, no kurienes tāda pārliecība? Я знаю, говорит. Zinu, es viņu. Ну, в итоге сходили. Результаты aizgājām. Ну, ничего не получилось, бывает и так. Nekas nesanāca, tā arī gadās. Там другое видение у них. Viņiem cits redzējums. Ну, в городе меня уже знали. Bet pilsētā mani pazina. Стали люди каяться, ребята на реабилитацию, все как это. Un sāka cilvēki pieņemt Jēzu, nožēlot grēkus un rehabilitācijas centros. Сегодня один парень руководит реабилитационным центром. Viens no šiem puišiem, viņš vada šo rehabilitācijas centru. Там большой, 60 человек, наверное. Un ap 60 cilvēkiem šajā centrā ir. Один парень пастырь церкви. Viens no šiem puišiem ir draudzes mācītājs. То есть, ну, реально Бог использовал меня. Реально Dievs izmantoja. Но поймите, мы не можем исключить из своей жизни какую-то часть пути. Mēs nevaram no savas dzīves izslēgt kaut kādu ceļa daļu.
Если ребенок только родится, ja bērns tikko piedzimst, и ты его посадишь в президентское кресло и скажешь управляй, un tu viņam nosēdinās prezidenta kreslā un teiksi valdi. Библия четко говорит, что наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя un, уже и господин всего. Un tāpatās ir Bībelē teikts, ka valdnieka, nu, mantinieks, viņš neatšķirās no verga, līdz viņš, līdz viņš, nu, ir kļūst pilngadīgs, kaut gan viņš arī visa valdnieks jau ir, jo viņš ir mantinieks, bet viņš neatšķirās no verga. Поэтому есть у каждого свой путь. Tāpēc katram ir savs ceļš. Бог будет учить каждого с малого на своем уровне. Un katru Dievs mācīs no mazām lietām savā līmenī. И если ты будешь идти за ним, ты будешь возрастать, возрастать и возрастать. Un ja tu sekos viņam, tu pieaugsi un pieaugsi un pieaugsi. И с твоим ростом твои благословения они будут меняться. Un ar tavu pieaugumu, jeb augšanu, arī tavas svētības mainīsies. Рождение свыше. Piedzimšana no augšienes. Это изменение твоего статуса. Tā ir tava statusa maiņa. Ты был проклятый. Tu biji nolādēts. А теперь благословенный. Bet tagad tu esi svētīts. Но до этого благословения есть путь. До благословения есть путь. Bet līdz šai svētībai ir vēl ceļš ejams. И то, насколько мы будем идти в послушании, слушаясь Бога, слушаясь Его Слова. Un tas, cik mēs iesim, klausoties Dievu, klausoties Viņu vārdu. Насколько мы будем хорошо учиться. Cik mēs labi mācīsimies. Вникать в себя и в учение. Iedziļināties sevi un šajā mācībā. Настолько быстрее мы станем, ну, большими, благословенными. Un jo ātrāk мēs kļūsim lieli un svētīti. Очень часто люди думают, ļoti bieži cilvēki domā, что придя в церковь, ka atnākot uz draudzi, на них все свалится, как с неба. No, uz viņiem viss nogāzīsies no debesīm. Нет, везде ты будешь развиваться. Ja tu attīstīsies. Посмотрите, Иисус, paskatieties Jēzu, сверхъестественные чудеса делал. Пардабисks brīnums viņš на что распространялось чудо? На исцеление. Uz ko bija šie brīnumi? Uz dziedināšanu. На освобождение. Uz atbrīvošanu. На воскрешение. Uz augšāmcelšanu. Ну, на рождение свыше, понятно, есть такие вещи, крещение Духом Святым, да? Uz augšā, uz šo piedzimšanu no augšienes un kristību ar Svēto Garu. Сверхъестественных чудес, их только ограниченная часть. Un šie pārdabiskie brīnumi, tie ir tikai tā kā ierobežota daļa. То, где происходит сверхъестественная работа, это ограниченная часть. Tur, kur pārdabiskais strādā, tā ir ierobežota daļa. Благословение приходит от изменения мышления. Svētība atnāk tad, kad mūsu domāšana mainās. Рост церкви приходит от изменения мышления. Draudzes pieaugums atnāk, kad mainās mūsu domāšana. Духу Святому сегодня несложно нагнать полный этот зал. Svētajam garam nav problēma piepildīt šo zāli ar cilvēkiem. Он его так наполнит, что стулья придется выносить и будете сидеть, как в Китае, друг с дружкой. Un viņš var piepildīt tā, ka visi šie krēsli jāizvāc un visi sēdēs uz grīdas kā Ķīnā uz ceļiem. Проблема в том, чему мы будем их учить, этих людей. Un problēma ir tajā, kam mēs viņu mācīsim, šos cilvēkus. Способны ли мы их учить, этих людей? Vai mēs esam spējīgi viņus mācīt? Способны ли мы их сделать учениками? Vai esam spējīgi mēs darīt viņus par mācekļiem? Вот в чем проблема. Lūk, kur ir problēma. И очень много люди часто сидят в церкви. Ļoti bieži cilvēki sēž draudzē. И думает, что придет как-то сверхъестественно все. Un domā, ka viss atnāks kaut kā pārdabiskā veidā. Я вам скажу, что Иисус, он приводил людей, брал за руку и говорил: "Следуй за мной". Un Jēzus, ka viņš ņēm, viņš ved cilvēks, viņš ņēm pie rokas un teica: "Seko man". Иисус сын Божий. Jēzus Dieva dēls. У него была вся сила и вся власть. Viņam bija visa vara, viss spēks. На основании того, что Бог Отец дал ему. Pamatojoties uz to, ko Dievs Tēvs viņam bija devis. Он мог просто помолиться за учеников. Viņš varēja vienkārši palūkt par mācekļiem. И сказать: все, я иду на крест и на небо, до свидания, ученики. Un labi, mācekļi, es eju uz krustu un pēc tam uz debesīm. Labi, čau. Молитва решает. Молитва решает часть работы. Lūkšana dara daļu no šīm problēmām. Но была часть работы, в которой Иисусу надо было жить с учениками. Bet bija daļa šī darba, kur Jēzum vajadzēja dzīvot ar mācekļiem. Vadīt их, учить их. Vadīt viņus, mācīt viņus.
Была та часть, которая просто молитвой не решалась. Bija tā daļa, kura nevarēja tikt atrisināt vienkārši ar lūkšanu. И люди в церкви это ученики Иисуса Христа. Un cilvēki draudzēs, tie ir Kristus mācekļi. Помните, как во время, когда я учился, например, был первый А класс, первый Б класс, Когда я смотрел в школу, был первый А, первый Б, первый С класс. Была классификация. Была классификация. Первый класс, но разный. Первый класс, но разный. Где-то математический уклон. Tajā ir matemātikas novirziens. Где-то уклон на язык иностранный. Kur tad bija kaut kādā citā klasē bija uzsvars uz svešvalodām? Где-то наоборот на гуманитарный уклон. Citur bija uz humanitārajām zinātnēm bija novirziens. А в самом конце? Pašās beigās. Это как я учился, D-класс. Pašās beigās D-класse. Нас всегда учитель физкультуры называл дебилы. Mācītājs, šis fizikultūras skolotājs sauc viņus par D bīliem. Даже вот видите, слышать ухо режет, правда? Tas pat ausīs griež to dzirdēt. И этот мир живёт в такой системе. Un šī pasaule dzīvo tādā sistēmā. Им уже давно не режет ухо. Viņiem tas sen jau vairs negriež ausīs. И через вот эти все вещи, первое, от кого приходило проклятие в нашу жизнь, это учителя, которые имели авторитет. Un pirmais, ar ko ienāk lāsts mūsu dzīvē, tie ir skolotāji, kuriem bija autoritāte. Они проклинали нас. Viņi lādēja mūs. Плохие друзья, которые имели авторитет, они заводили нас проклятие. Un tie draugi, kuriem bija autoritāte, un viņi ieveda mūs lāstos. К чему это все говорю? Kāpēc es to visu saku? То, что нас окружает, тем мы и будем. Tas, kas mums ir apkārt, mēs nebūsim tie. Если нас будут окружать святые люди. Тем и будем. Да. Tas, kas mums apkārt, tād mēs arī būsim. Ja mums apkārt ir svēta apkārtne. То мы будем святыми. Tad mēs būsim svēti. Если будут люди вокруг с измененным мышлением. Ja cilvēki būs apkārt ar izmainītu domāšanu. Основанным на слове Божьем. Kas ir balstīts uz Dieva vārdu. И у нас все будет измененное. Un arī mums viss būs izmainīts. И все вокруг будет меняться в Его славу. Un viss apkārt mainīsies Dieva slavā. Сегодня, может быть, нету людей только из-за того, что... Šodien, varbūt, nav cilvēku vienkārši tāpēc. Tā, kā хотелось бы, я имею в виду. Tā, kā gribētos, es domāju. Только из-за того, что мы еще не готовы. Tikai tādēļ, ka mēs paši neesam gatavi. Что нас делает готовыми? Kas mūs padara gatavus? Учение. Mācība. Понимаете, человек это сосуд. Cilvēks tas ir trauks. И этот сосуд он не бывает пустым. Un šis trauks viņš nemēdz būt tukšs. Он всегда чем-то наполнен. Tas vienmēr ir ar kaut ko piepildīts. Даже вот эта корзинка, она не пустая. Lūk, šis gros, viņš ir tukšs. Внутри неё воздух. Viņā ir gaiss. А, tas nav tukšs, tur ir gaiss iekšā tagad. Нету пустоты. Nav tukšuma. И мы сосуды. Un mēs esam trauki. То, чем мы наполнены, tas, ar ko mēs esam piepildīti, то мы и будем нести дальше. То arī mēs nesīsim tālāk. И когда, например, вода находится в сосуде долгое время, un kad ūdens atrodas traukā ilgstošu laiku, ее никто не выливает, не наливает новую, un to ūdeni neviens ārā nelej un nelej jauniekšā, она начинает пахнуть. Un šis ūdens sāk ost. А самое интересное, что любому покажи стакан нормальной воды и воды, которая зацвела, которая уже пахнет. Un ūdeni, ja parādīs glāzi, kur ir normāls ūdens un ūdens, kurš jau sāc ziedēt. 99% людей обязательно увидят, что в одном стакане испорченная вода, еще даже не попробовав, а в другом нормальная. Un 99% cilvēki ieraudzīs, ka tajā vienā glāzē ir normāls ūdens, un otrā glāzē ir sabojāts ūdens. От протухшей воды запах идет. Но ши сликта ūdens смака нак. Она мутная. Viņi ir duļķainas ūdens. Ну, точно так же люди в мире. Tāpat arī cilvēki pasaulē. Они смотрят на некоторых христиан. Viņi skatās uz dažiem kristiešiem. И они не хотят быть такими. Un viņi negrib tādi būt. А на других смотрят таких, как мы. Un uz citiem skatās tādi, kā mēs. Им хочется прийти. Un viņiem gribās atnākt. Потому что они видят, что у нас что-то есть. Jo viņi redz, ka mums kaut kas ir. Что с нами Бог. Ka ar mums ir Dievs. Что Дух Святой он работает. Ka Svētais Gars viņš strādā. Я стоял здесь. Es šeit stāvēju. Когда шло прославление. Kad slavēšana bija. Я сложно держался.
Un es, что у меня идут слезы. Jo es turējos, lai man asaras netek. Здесь есть Дух Святой. Šeit ir svētais gars. Здесь очень сильное помазание. Šeit ir svētīgs svētījums. У вас очень сильный пастор. Jums ir spēcīgs mācītājs. Вы все помазаны. Jūs esat svaidītie. Все, что нужно начать, это начать учиться Vajag и отдавать. Sākt mācīties. Начать учиться и отдавать людям. Un atdot to cilvēkiem. Поймите, что происходит. Saprotiet, kas notiek. Мы сидим. Mēs sēžam. Да, надо проповедовать. Я вояк мацит. И мы заставляем себя проповедовать. Он весь спешим себя слуднать. Да, надо посетить человека. Я вояк педот человеком. Надо ему рассказать что-то. А вояк обмеклает, вояк видим какого пастасти. И мы заставляем себя идти туда. Он весь спешим себя идти туда и делать какого. Послушай, когда вода застоялась внутри тебя. Когда уден стеви и но оставаясь. Ты один раз ее кому-то предложишь. Венера из вини педавась какого кадам. Человек понюхает, скажет, нет, я не хочу. Он человек поводит, если что, их снайпалдес. И этот принцип, он везде. Он сейчас принцип, что сервисур. Но когда мы вникаем в себя, в учение, когда мы учимся и развиваемся постоянно. Bet, kad mēs iedziļināmies šajā mācībā, un mēs piepildamies, un лидерские должны быть постоянно. Augam un, ну, мацības. Mācībai jābūt pastāvīgai. Постоянно нужно читать слово. Pastāvīgi vajag gaidīt šo vārdu. Постоянно нужно общаться с пастырем и помощниками. Vajag būt sadraudzībā ar mācītāju un palīgiem. Для того, чтобы быть в единстве. Lai būtu vienotībā. И для того, чтобы быть наполненными словом. Lai būtu pilni ar vārdu. Послушай, когда ты наполнен словом. Kad tu esi pilns ar vārdu, paklausies. Ты не будешь себя заставлять идти куда-то. Tu nepiespiedīsi sevi iet kaut kur. Тебя будет вот так вот разрывать на части, ты будешь искать, кому рассказать. Tu meklēsi kādu, kuram pastāstīt, tu vienkārši raust tevi gabalos. Ты будешь от этого просто кайфовать. Tu no tā vienkārši gūsi baudu. Ты будешь подходить к человеку, тебе будет все равно, как он выглядит, какие у него проблемы, лишь бы ему рассказать об Иисусе. Un tu pieies pie cilvēku, tu gribēsi viņam par Jēzu pastāstīt. Tev būs vienalga, kā viņš izskatās un kādas viņam problēmas. Но все начинается с того, что Римлянам 12 глава 1 стих. Un viss sākās no tā, ka 12. Nodaļa romiešiem. Павел взывает. Pāvils sauc. К нам, язычникам. Uz mums, pagāniem. Итак, умоляю вас, братья. Es jums lieku pie sirds, brāļi. Милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Брали, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašas par dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums, un netopies šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Amen. Tam jūs vrazumiem aznavļēts, da? Vrazumi, da. Latviski ir teikts garā, bet krievu tulkojumi ir teikts prātā. Atjaunodamies savā prātā. Prātā, jā. Tu te garā. Что будем делать? Да, я просто думаю, что это, ну, параллели так проведены. Но прац, это Павел имеет в виду преображаться умом. Павел, сынше, дома, что отъявнуйтесь прата. Зинашина, да. Зинашина. Потому что чудеса, которые делал Иисус, Его бринум, ко Иисус дари, это одна часть. Та рвена даля. И другое, когда он их учил и водил за собой. Un otra daļa bija, kad viņš veda sev līdzi un mācīja viņus. Когда они менялись в разуме. Kad viņi mainījās savā domāšanā. Когда менялся их разум. Kad viņu prāts mainījās. Это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Если будет изменённый разум. Ja būs izmainīts prāts. Будет изменённое окружающее. Būs izmainīta apkārtējā vide. Люди в твоём окружении будут меняться. Tavā apkārtnē cilvēki mainīsies. Когда ты будешь вникать в учение, учиться, иметь общение, быть в ведении церкви. Kad tu būsi uzticams draudzei, tu iedziļināsies mācībā un ведение пастора. Vienotā redzējuma ar mācītāju. Когда будет единство духа.
kad būs garā vienotība, когда мы будем все исполнены знаний, kad mēs būsim pilni ar šīm zināšanām, нам легко будет идти отдавать. Mums būs viegli to iet un atdot. Сегодня знаете, какая проблема? Šodien ziniet, kāda problēma ir? Pastor разрывается. Mācītājs vienkārši raujās uz visām pusēm. Дает по головам dot ближайшим стоящим людям. Visiem tuvāk stāvus. Здесь есть кто-то новообращенный, кто первый раз пришел? Vai ir kāds, kas pirmo reizi šeit atnācis ir? Un тогда это проповедь для нас. Tad tas ir mūsu sprediķis. Это серьезные такие вещи, tas но tādas nopietnas lietas. Мы очень часто их не понимаем. Mēs ļoti bieži tās nesaprotam. Пастор хочет. Mācītājs grib. Молитва. Ar lūkšanu. Дух Святой приходит. Однако Святой Гарс. Здесь очень сильное присутствие. Я не рассказываю, потому что мне хочется вас как-то тут прелестить или порадовать. Сильное присутствие. Я стоял saku, и плакал. Šeit ir spēcīga Svētā Gara klātbūtne, es negribu jums vienkārši glaimot, lai jums iepatiktos. Бога много. Dieva ir daudz. Чудеса и знамения будут. Zīmes un brīnumi būs. Они уже есть. Un jau ir. Осталось только наполниться одним видением, одним откровением. Un atliek tikai piepildīties ar vienu redzējumu, ar vienu mācību. Тогда мы будем все вместе. Kad mēs būsim visi kopā. Все будем говорить одно. Visi runāsim vienu. Никогда не увидим разделения. Neredzēsim dalīšanos. Никогда не увидим, что кто-то остыл. Neredzēsim, ka kāds ir atdzisis. Потому что мы наполнены. Jo mēs esam pilni. Те знания, чем мы наполнимся, это ведение, оно будет заставлять тебя идти вперед, это понятно? Un šis zināšanas, tas, kas mūs piepildīs, tas ir redzējums, kas palīdzēs mums iet uz priekšu. Молитвы нужны. Lūkšanas ir vajadzīgas. Это основание всего. Tas ir visa pamats. Точно так же нужно учение. Tāpat arī vajadzīga ir mācība. Точно так же должно быть единство. Tāpat ir vajadzīga vienotība. И картина очень часто бывает такая, что 20% церкви разрываются, делают все. Un parasti aina ir šāda, ka 20% no draudzes cilvēkiem vienkārši cenšas darīt visu. А 80% просто на балласте. Un 80% vienkārši ir kā balasts. Все это происходит потому, tas viss notiek tāpēc, что люди не учатся. Ka cilvēki nemācās. Пойми, вот это слово, оно оживит тебя. Šis vārds, tas darīs tev dzīvi. Никакая мотивация, человеческий разговор, просто там придумки какие-то, они не оживят. Nekāda мотивация, cilvēka veida kaut kāda мотивация, tā nedarīs dzīvi. Ты можешь еще 350 книжек взять, прочитать. Tu var vēl 350 grāmatas izlasīt. Это опыт кого-то. Tas ir kāda cita pieredze. Но у нас церковь. Bet mums ir draudze. У нас пятигранное служение. Mums ir пяткартīga. У нас есть апостол. Mums ir apostoļi. У нас есть пастыри. Mums ir mācītāji. У нас есть лидеры и служители. Mums ir līderi un kalpotāji. У нас есть чудеса и знамения. Mums ir zīmes un brīnumi. У нас есть измененные судьбы. Mums ir izmainītas likteņi izmainīti. Все то, о чем говорит книга Деяния, она у нас живая, в действии. Tas viss, par ko runā apostoļu darbu grāmata, tas viss ir dzīvs. И чтобы все было не голословно, книга Деяний, 9 глава. Un lai viss nebūtu vienkārši vārdi, atvērsim apostoļu darbus 9. Nodaļu. Trīsdesmit pirmais pants. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Аллилуйя! Tad draudzē visā Jūdejā, Galilējā un Samarijā bija miers, un tā auga un dzīvoja tā kunga bībā, un pilnam baudīja Svētā Gara iepriecu. Аллилуйя! Первое, церкви были в покое. Pirmais draudz bija mierā. Я скажу сейчас покой. Сейчас покой. Tagad ir miers. Tagad ir miers. Потому что в то время, когда ходил Павел, вся эта глава сначала начинается, как они там прорывались, их гоняли, били. Un sākumā, kad Pāvils gāja, tad varam lasīt, ka tur sākumā dzenāja šīs draudzes, bija dzīšanas. Izviņājusi. Она начинается так, когда Савла обратили. Он был Савл и стал Павел. Un šī galva sākās ar, nodaļa sākas ar to, kad, ka Pāvils kļuva, ka viņš... Но Савл отклюва пар Павлу. Jā, но Савл пар Павлу клюва. То есть пришел Бог. Atnāca Dievs.
коснулся Савла, пескарас Саулом, и он стал Павлом. Он виньш клюв пар Павилу. Что-то произошло. Каут кас нотика. Но люди все знали Савла. Bet visi cilvēki pazina Saulu. Знали, как он терроризирует. Он знает, как он терроризирует. Как он влачил и мучил христиан. Kā viņš mocīja kristiešus. И тут вдруг случилось так. Un te pēkšņi notika tā. Что он теперь Павел? Ka viņš tagad ir Pāvils. Святой, который идет во имя Господне. Святейс, который идет та кунгу вардā. И вдруг у церквей в 31 стихе начался покой. Un pēkšņi 31. Pantā sākās miers. Больше не было Савла, который их гонял. Vairs nebija Sauls, kurš viņus dzenāja. А теперь этот Савл, он Павел. Un tagad šis Sauls, kurš dzenāja, viņš kļuva par Pāvilu. Добрый, хороший христианин. Labais kristietis. Исполненный Духа Святого, веры и доброты. Kurš ir pilns ar Svēto Garu, labestību un... Бедные христиане. Как им трудно было в это поверить. Labāk kristieši, cik grūti viņiem tam bija noticēt. Дух Святой это сделал. Святая из Гарства издари. Встреча с Богом это сделала с ним. Тикшинас ар Диеву то из Павейца. Аллилуйя. Аллилуйя. И смотрите, что дальше. Он сказал, что сталак. Церкви были в покое, так как сегодня. Драудзес бие мира, так как шоден. Но сегодня, слава Богу, к нам никто не заходит и нашим служителям не отрезают уши. Un te, es paldies Dievu, neviens nenāk iekšā un negriež kalpotājiem ausis nost. Два месяца назад на Украине тоже этого никто не делал. Un divus mēnešus apakaļ Ukraina arī to neviens nedarīja. А вот буквально недавно откопали могилу в Славянске. Un pavisam nesen atraka šo kapu Slavianskā. Линда знает этого, ты видел этого служителя или нет, этого мужчину. У него там завод был, и все христиане с церкви, они у него там работали. Un šim vīrietim viņam bija rūpnīca, un kristieši šajā rūpnīcā strādāja. Замучили, убили его детей, замучили, уши там резали, такое всякое. Un es nomocīju viņu, ausis viņam bija griezuši, un viss kaut ko darīja. Закопали там, возле садика сделали могилу. Divus dēlus, да. Viņu un divus dēlus. Un divus viņu dēlus arī. Вот это не покой. Tas vairs nav miers. Хотя два месяца назад там тоже был покой. Kaut arī pāris mēnešu apakaļ tur arī bija miers. Сильная церковь. Spēcīga draudze. Которая сможет все противостать, все пройти. Это церковь, которая исполнена Духа Святого. Kas var iziet visam cauri, visu uzvarēt, tā ir tā, kas pilna ar Svēto Garu. Которая учится в слове, дальше мы видим. Un tālāk mēs redzam viņu pār... Назидаясь и ходя в страхе Господнем. Назидаясь. Viņa auga, dzīvoja tā kunga bībā, pilnam, pa pilnam baudīja svētā gara iepriec. Назидаться – это читать слово, un, это учиться. Augt – tas nozīmē mācīties un pieaugt šajā vārdā. Это мы учимся. Mēs mācamies. Общаемся. Esam sadraudzībā. Молимся Богу, чтобы был страх Божий. Un lūdzam Dievam, lai būtu dievbība. И дальше при утешении от Святого Духа умножались. Un tātad baudot šo svētā gara iepriec, tā auga. То есть, естественно, Дух Святой приходил уже в самом конце и умножал церковь. Почему? Потому что... Pašās beigās svētais gars nāc, dabīgi tas bija un šī draudze auga. Потому что через то, чем они были наполнены, учением, страхом Божьим, освящены, все, они наполнены, сосуд полный. Un caur visu to, ar ko viņi bija piepildīti, šie svētā gara iepriece, mācība, vienotība, tas viss viņi bija piepildīti. Дух Святой приводил людей. Un svētais gars atveda cilvēkus. Эти люди шли, только открывали свой рот. Un cilvēki gāja, ka tikko atvēra savu muti. Как там у Павла? 3000 покаялось на базаре. На площади. Ну, базары раньше были, где площадь. Un kādreiz tirgus laukumi bija, kur bija laukumi kaut kādu, viņš sāka runāt. Он туда выходил, у него была такая вера, что, ну, потому что больше нигде такая толпа не собиралась в городе. Nu, un viņam bija tā ticība, jo nekur citur pilsētā vairs nesavācās tik daudz cilvēku. Скажите, мог он просто на своих собственных мотивах, ну, надо идти попроповедовать, идти вот в такую гущу событий? Un vai domā, viņš būtu varējis pēc saviem motīviem aiziet uz tādu vietu sapulci, pasludināt? Просто решил попроповедовать. Vienkārši iedomājās pasludināt. Решил за кого-то помолиться. Izdomāja par kādu aizlūgu Dievu. Да.
Решил кого-то просто посетить и рассказать, ну, что-нибудь там рассказать. Он кого-то постастает, издумая. Он понимал, что грозит. Он сапрат, кас виņam драуд. Но то слово, чем он был исполнен, Духом Святым, словом, учением, откровением, видением, о том, что передал Иисус, о том, что передает пастырь своим ученикам. Šis redzējums, kas bija viņam, šī atklāsme, un tas, ko mācītājs dod savai draudzei, šis redzējums, tas viss viņam bija iekšā. То слово, которое Иисуса на крест посадило, поставило, прибило ко кресту. Tas vārds, kas piesit Jēzu krustā. Это живое слово, вера. Tas ir dzīves vārds, iekšēnē. Люди спокойно шли на смерть, когда были исполнены учения и слова. Un cilvēki vienkārši gāja uz nāvi, jo viņiem bija šī mācība, šis vārds. Они ничего не боялись. Viņiem nekā nebija bail. Но когда есть проблема, мало слова, никто не учится, не назидается. Kad ir problēma, kad ir maz šī vārda, un kad ir neviens nemācās. Никто не ревнует, не имеет страха Божьего. Neviens nav greizsirdīgs un nav dievbības. Я когда пришел к пастору Алексею, kad es atnācu pie 4 mēnešus apakaļ pie mācītāja Alekseja. Я когда-то служил в армии в 2001 году. 2001. Gadā es biju armijā. Я вам скажу, интересно я там служил. Es jums teikšu, interesanti, es tur kalpoju. 3 криминальных дела у меня было. 3 krimināla lietas man bija. На губе сидел. Где? Вирсарзне. Вирсарзне сады. Ну, губа, гауптвахта, тюрьма. А, ну, я цетума тогда. Да. Тюрьма армейская. Армия цетума. Но при всем при этом... Bet ar visu to... Был старший роты, 120 bija, человек. Bija rotas vecākais ar 120 cilvēkiem pakļautībā. И командир роты доверял мне всегда, когда тревога или что-то надо сделать. Rotas командирs, kad bija trauksme un kaut ko vajadzēja izdarīt. Он мне больше доверял, чем вирсникам. Он, viņš man vairāk uzticēja nekā tiem virsniekiem. Потому что, знаете почему? Потому что я верил в то, что я делаю. Jo es ticēju tam, ko es daru. Я двигался верой. Es biju virzīts ar ticību. Просто, я понимал вот так вот модель. Меня так научили там старые там дедовщина всё. Man tā iemācīja šo modeli man. Я в это поверил и делал это. Un es tam noticēju un es to darīju. И у меня получалось. Un man sanāca. Несмотря на то, что и вирсарзные, три криминальных дела, и пакапы еще потом дали. Neskatoties uz visām šīm lietām. А самое интересное, что мне надо было за эту гауптвахту 10 суток еще сидеть в армии. Un, desmit dienas vairāk vajadzēja dienai, tāpēc, ka es biju pirms virsardzinē 10 dienas. Tas neizskaitās armijas laikā. Aha. Vot. Papildus dienas, jā. И стали звонить с военкомата, где я пропал, почему не прихожу на отметку, что моя служба закончилась. Un man sāka no šī biroja zvanīt, kad, kur es esmu palicis, kāpēc es nevaru atzīmēties, ka dienests ir beidzies. То есть мне нравилась милитарная дисциплина. Man patika šī militārā disciplīna. Мне нравилось, как там все поставлено. Man patika, kā viss tur ir nostādīts. Там все как оловянные солдатики, все четко делали. Un tur viss tā kā uz zaldātiņa viss precīzi darīja. И мне это нравилось. Un man tas patika. А знаете почему? Ziniet, kāpēc? Потому что люди были научены. Tāpēc, ka cilvēki bija iemācīti. И они делали одно. Un viņi darīja vienu. Не придумывая каких-то непонятных схем. Un nedomājot kaut kādas nesaprotamas схемas. Там есть регламент. Tur ir reglaments. И когда я сидел на гауптвахте, kad es šajā cietumā sēdēju, мне надо было выучить, кто такой солдат армии. Man vajadzēja iemācīties, kas ir armijas soldāts. Что он должен делать? Kas viņam ir jādara? С какими врагами бороться, внутренними или внешними? Ar kādiem ienaidniekiem iekšējiem, ārējiem cīnīties? Там целые листы надо было выучить. Veselas lapus no galvas. Если ты их не выучил, тебе добавляют сутки. Ja tu neesi iemācījies, tev vēl dienakti pieliek klāt. А для профилактики, чтобы не мыслить о плохом. Un profilaksē, lai par sliktām lietām nedomāt. Там была такая клетка. Bija tāds būris. Ну, как вот треть этого помещения. Apmēram kā trešdaļa šīs telpas. Сверху шли решетки, там ходили часовые по этим решеткам. Tur bija augšā tie restes, un tur staigāja sargi. А по кругу квадратики такие нарисованы. Un apkārt bija tādi kvadrātiņi sazīmēti. И надо было с 9 утра no 9 no rīta до 3 часов дня līdz 3 dienā делать до ревенц, до редыви.
Дарья Венс, Дарья Дыви. А с 3 часов дня чуть-чуть покормят. Un no trījiem dienā kaut vajadzēja... И учить регламент. Mācīties reglamentu. Вот такая была система. Tāda bija sistēma. И самый даже плохой... Un pats noziedznieks. Noziedznieks. Да. Он учил регламент без проблем. Viņš bez problēmām reglamentu iemācījās. Любого могли смирить. Jebkuru varēja, tā teikt, nomierināt. Если кто-то не мог смириться, ja kāds nevarēja nomierināties, то, скорее всего, у него уже есть желтая карточка. Tad, visdrīzāk, viņam ir там просто карта. Проблемы с головой, значит. Tur vienkārši problēmas ar galvu. Потому есть медкомиссия перед тем, как брать в армию. Tāpēc ir medkomisija pirms ņem armijā. Есть система. Ir sistēma. Есть учение. Ir mācība. Есть регламент. Ir regulaments. И если система есть, ja ir šī sistēma, и есть люди, un ir cilvēki, сначала люди делают систему, sākumā cilvēki dara sistēmu, а потом система делает людей. Pēc tam sistēma veido cilvēkus. Точно так же в Царстве Божьем. Tāpatās arī Dievu valstībā. Только нам не надо ничего придумывать, система уже есть. Mums nekas nav jāizdomā, sistēma jau ir. Ее нужно просто делать. Viņu vajag piepildīt. И через то, что мы ее будем делать, un tad, kad mēs viņu darīsim, она будет делать все остальное. Viņa darīs visu pārējo. Заполнять эти ряды. Piepildīt šīs rindas. Явление духа и силы. Izpaudīsies gara spēks. Почет служителям. Gods kalpotājiem. Я здесь вижу почет служителям. Es šeit redzu kalpotājiem parādītu godu. Знаете, что меня сильно расстроило? Kas mani, ziniet, kas mani satrauc? Когда я увидел, что служить непочетно. Когда сиродзи, как колпот, это снова год. На Украине? Украина. Когда ты просто видишь Андрея Георгиевича Тищенко, который сидит в кабинете, и ты нечаянно дверь открыл, у тебя замирает дыхание. Извините. Андрей Тищенко, как уж отверз дурс, мне кажется, ты его, конечно, алпа изроял. Потому что там есть система. Jo tur ir sistēma. И там почетно служить. Un tur ar godu kalpo. Там люди ложат все в ноги служения. Un tur cilvēki visi liek pie kājām kalpo, lai kalpot. Потому что пастор это делает. Jo mācītājs to dara. Ваш пастор сегодня, он положил все в ноги этого служения. Mācītājs, viņš ir nolicis visu pie kājām, lai kalpot. Я больше чем уверен, что хотя бы 10 раз в ее жизни она реально хотела бросить этим заниматься. Я знаю, что это такое. Я был пастором с нуля в Запорожье за 2 года. Я вам честно скажу, я устал. Es zinu, ka ir tāds reizes, ka gribas visu to nomest, un es pats esmu bijis mācītājs šī pilsētā Zaporožje. Я очень хорошо знаю, что такое служить с нуля. Es zinu, ko tas nozīmē kalpot no nulles. Да у тебя маленький ребенок. Ka tev mazs bērns ir. Съемные квартиры. Īrēts dzīvoklis. Большой город, где миллион жителей. Миллион. Не 40 тысяч, как Венспилс, а миллион. Un liela pilsēta, kur miljons cilvēku dzīvo, nevis tā kā Venspils 40 tūkstoši. И динамика в городе вот такая. Un dinamika pilsētā ir tāda. Только вышел с подъезда. Tikai izgāja no treptelpas. И тебя просто... Un tev vienkārši nones. Там беспорядка в жизни вообще у тебя. Порядка нигде не будет. Un tur bez kārtības dzīvē vispār nekāda kārtība nebūs. То же самое в большой церкви. Tas pats lielā draudzē. Когда много людей. Kad daudz cilvēku. Вот сейчас сюда человек 60 пусть прибежит. Un ja šeit vēl 60 cilvēku ienākt. Мы посадим всех у нас исполненных Духа Святого веры, и тот, кто может учить, способен к этому. Un mēs varam nosēdināt un viss, kam ir, kas ir svētā gara pilni. Nu, каждый возьмем по 3-4 человека с этой толпы. Un katrs no šī pulka paņemsim pa 3-4 cilvēki. И попробуем им послужить неделю. Un pamēģiniet viņiem pakalpot nedēļu. Я скажу, ты через 3 дня отключишь телефон? Pēc 3 dienām tu atslēgsi telefonu. Придумаешь себе отпуск? Izdomās sev atvaļinājumu. Ну, еще что-нибудь придумай. Vēl kaut ko izdomās. Замотаешь лангетом ногу, скажешь, я не могу к тебе сегодня прийти. Un ietīs kāju. Un pateiks, ka tu nevar kaut kur aiziet. Мне к стоматологу надо. Vai pie stomatologu vajag? Мне на массаж. Man uz masāžu vajag. На форсаж. Uz форсаж. Поэтому, чтобы так не было, тапēc, lai tā nebūtu, нам надо учиться. Mums vajag mācīties. Когда мы все вместе будем делать одно,
Когда мы все вместе дарим что-то одно. Когда мы будем почитать пастыря. Когда мы годасим мацитая. Зачем это важно, я вам скажу. Капец, это ir svarīgi, es jums pateikšu. Все проблемы от нашего невежества. Viss ir mūsu nevīžības. Nevērības dēļ. Потому что мы люди. Тапēc, ka mēs cilvēki. Ставим себя на один уровень. С пастором или с лидером. Пытаемся соревноваться. Un mēs liekam sevi vienā līmenī ar mācītāju vai līderu un cenšamies sacensties. Вот это состояние. Un šis stāvoklis. Непочтение. Negodināšanas stāvoklis. Оно говорит о том, что ты посягаешь на уровень. Un tas runā par to, ka tu tā kā tēmē uz to pašu līmeni. Я тебе скажу, ты ничего не получишь от этого служителя и в церкви. Un es tev teikšu, tu neko nesaņemsi no šī kalpotāja un draudzē. Бог не лицеприятен. Dievs neskatās uz cilvēku. Ему плевать, как ты выглядишь и во что ты одет. Viņam vienalga, kā tu izskaties un kā tu esi apģērbts. Или ты одет от Versace. Vai tev ir Versace drēbes. Или ты одет в мешковину. Vai tu esi maisa drēbē iedērbies. Если у тебя есть почтение. Ja tev ir gods. То илей будет течь сверху вниз. Tad visas upes tecēs uz leju. Если у тебя нет почтения. Масло. Эля. Если у тебя нет почтения к служителю. Тогда я летаю из лая, я тебе нау ши цени. Ты ничего не получишь от него. Ты неко не санем с ной. Служитель будет хотеть, чтобы ты что-то получил, а ты получить не сможешь. Калпота из гриба, если ты кого-то санем, бет ты не варешь то санем. Будет говорить, обнимать, целовать тебя, родной, ну давай еще немножко. Он что я апнем с он турбучос он издарис, давай санем я свел не дал. Но из-за этого невежества внутри. Bet no šīs, dēļ šīs iekšējās nevērības. С духовного мира ты ничего не получишь. No garīgās pasaules tu neko nesaņems. Ну, в лучшем случае тебе салфеткой, сопелькой утрут и все. Un labākajā gadījumā ar salvetīti. Скажу, держись, ну, что-нибудь изменится. Teiks, notīrīs tā kā muti, noslaucīs. Рост церкви напрямую зависит от почтения служителей. Un draudzes pieaugums ir atkarīgs vistiešākajā nozīmē no cieņas pret kalpotāju. Если мы начнем почитать другого выше себя. Ja mēs nesāksim citu cienīt augstāk par sevi. Или себя ниже, как это место писания было? Ну ладно, не важно. О другом. Смотрите, Царство Божие – это теократический порядок. Dieva valstība – tā ir teokrātiska kārtība. И духовный авторитет в духовном мире, он движется сверху вниз или течет. Un garīga autoritāte virzās no augšas uz leju. Если у человека нет состояния смирения по отношению к вышестоящему служителю. Un ja cilvēkam nav šīs pazemības attiecībā uz augstāk stāvošu kalpotāju. Ничего не может получить из духовного мира. Tu neko nevar saņemt no garīgās pasaules. И какой бы он ни был красивый, талантливый. Un kāds viņš arī skaists vai talantīgs nebūtu. Мерзость перед Господом очень гордая. Un Dieva priekšā šī lepnums ir negantība. Смиренным Бог дает благодать. Pazemīgiem Dievs dod žēlastību. А гордым противится. Bet lepniem pretojas. Вот такая позиция по отношению к служителям говорит о гордыне. Un tāda attieksme attiecībā pret kalpotājiem runā liecina par lepnumu. И самое печальное. Он пац бедигакайс. Что чем талантливее человек, чем он, тем у него гордыня больше. Jo talantīgāks cilvēks, jo lielāks ir šīs lepnums. Отвергни себя, возьми крест свой, следуй за мной, говорит Иисус. Atmet sevi, paņem savu krustu un seko man, saka Jēzus. У Закхея какая была гордыня. Цатеем, kāda bija, kāds bija lepnums Цатеем? Кто там еще был у нас? Матфей, сборщик. Матейс, нодокļu ievācējs. Представьте, какая у него была гордыня. Iedomājieties, kāds viņam bija lepnums. Но они смирились. Un viņi pazemojās. Pašli za Isusam. Sekoja Jēzumu. И все в их жизни получилось. Un viss viņa dzīvēs izdevās. Вообще, те таланты, те дары, тот, кто ты есть, это не твоя вообще заслуга. Un tās dāvanas, tie talanti, kas tevi ir, tas nav tavs nopelns. Это тебе дал Бог через Иисуса Христа, to через Его жертву. Tev Dievs ir caur Jēzu Kristu, caur šo upuri. Чтоб ты служил Ему. Lai tu kalpot Viņam. Поэтому Павел и умоляет милосердием Божьим не сообразовываться с этим миром.
Tāpēc Pāvils arī viņš saka, lai nekļūstam šai pasaulē līdzīgi. Он говорит: читайте то, что я вам даю. Читайте слово, читайте šo vārdu, ko es jums dodu. Общайтесь со мной. Esiet sadraudzībā ar mani. И вы увидите славу Божию. Un jūs redzēsiet Dieva slavu. Увидите рост, увидите благословение и всё остальное. Redzēsiet pieaugumu, redzēsiet svētību un vispārējo. Он их милосердием Божьим просил, чтобы они не соблазнялись на тот новенький Mercedes. Un viņš lūdz Dievu žēlstību, lai viņa nekrist kārdināšanā, ka tur jauna Mercedes tam ir. На хороший красивый дом. Uz nekrist kārdinājumā, uz lielu skaistu māju. На большой пресс евро. На большой, ну, на много евро. Uz lielu eiro paciņu. Он говорит: пусть у вас эти ценности не будут, не сообразуйтесь. Lai jums nav šīs vērtības, netopiet šajā pasaulē līdzīgi. То, что есть здесь, оно намного больше. Tas, kas ir šeit, tas ir daudz vairāk. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Dievам. Это то послание, которое я хотел сегодня сказать вам. Tas ir tā, ir tā vēsts, ko es gribēju šodien pateikt. Я хочу подвести итог. Un gribu tā kā kopsavilkumu uztaisīt. Потому что я желаю, чтобы на каждом из вас было сильное благословение. Un es gribu, lai katru, par katru no jums būtu liels svētība. Чтобы каждый из вас был способен привести кого-то и утвердить его. Un lai katrs no jums būtu spējīgs atvest vēl kādu un nostiprināt viņu. Если вы наполните свой сосуд свежим словом, свежим елеем, jūs piepildīsiet savu trauku ar svaigu eļu, ar svaigu... Вы будете как одно целое. Jūs būsiet kā viens vesels. Вам не надо будет даже бегать и напрягаться с людьми, они будут ходить за вами. Un jums nevajadzēs pat iespringt, skraidīt pakaļ cilvēkiem, viņi nāks jums pakaļ. Для отношений с Богом важна святость. Attiecībām ar Dievu ir vajadz svarīgi ir svētums. Для отношений с грешниками нужна мудрость. Un attiecībām ar grēciniekiem vajadzīga ir gudrība. Люди смотрят на мудрость. Cilvēks skatās uz gudrību. Пред мудростью все преклоняются. Gudrības priekšā visi noliecās. И богатые, и бедные, и верующие, и неверующие. Un gan bagāti, gan nabagi, gan ticīgi, gan neticīgi. Когда мозги благословенные, kad smadzenes ir svētītas, есть мудрость. Ir gudrība. И Библия говорит, что эта мудрость, она имеет наследство. Un Bībelē teikts, ka šī gudrība tai ir mantojums. Она имеет наследство. Šai gudrībai ir mantojums. Если мы будем ходить в Божьей мудрости, ja mēs staigāsim Dieva gudrībā, у тебя будет столько наследства, что тебе уже будет просто трудно их тянуть. Un būs tik mantojumi, ka tev būs grūti to vilkt vispār. У тебя будет много людей вокруг тебя. Būs daudz cilvēku tev apkārt. Тебе будет всегда почет. Tev vienmēr būs cieņa. Потому что ты один раз смирился. Jo tu vienreiz esi pazemojies. Преклонил колено пред именем Иисуса. Es nokritis ceļos Jēzus vārdu priekšā. И сказал, что по отношению к моему пастору. Un teicis, ka attiecībā uz manu mācītāju. По отношению к моему лидеру. Attiecībā uz manu līderi. Я буду исполнять его слово. Es piepildīšu viņu vārdu. И все, что в духовном мире приготовлено для твоей жизни, ты увидишь. Un viss, kas tavā dzīvē ir Dieva sagatavots, tu to ieraudzīsi. Все просто. Viss vienkārši. Если можно кого-нибудь прославлять. Как на славятаем варят нат. И мы будем молиться. Мы слуксим Деву. Если ты чувствуешь особая нужда. Я ту юти, что можешь выйти вперед. И по шо вайдзību ту вар изнакт прекше. Мы помолимся. Мы слуксим. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, чисен термос токолор бихетеш. Ирам хатлар мехитлер мистекера китей турдики нармигей. Чисен тарбра сила глава гросса те вашин тармас туя нерде. Ирам хатлар мехитлер мистекера китей турдики нармигей. Чисен тармас токолор бихетеш. Кейрам бос токолор бахателар, кейрам хатлар мехитлер мистекера китей турдики нармигей. Ирам боста колоро бахателар, ки джисен тарбра сила, грабагроса те вашин дарама стуя нерде.
Ирам хатларми хитлерми стекеры китай турды кинарами гей. Аллилуйя. Дух Святой, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы просим, наполни это место. Пепелы шовет. Исцели нас. Зведен мус. Открывай нам Твое Слово. Атер мус савар. Наполни нас Твоим Словом. Пепелы мус ар савар. Наполни нас Твоего учения. Пепел мус ар сау мацим. Измени наше мышление через Твое учение. Пепел мус ар мацим, стау мацим. Научи нас мыслить. Имац мус домат. Через Твое Слово. Цар тау вард. Научи нас ходить Твоими путями. Имац мус стайгат ар Твоим целем. Научи нас принимать. Имац мус пенемт. Шарам Боста Колору Бахаталар Керам Хатлар Махитлер Мистекера Китай Турди Кинарамагей. Шарам Боста Колору Бахаталар Ке. Боже, во имя Иисуса, помоги нам быть эффективными. Иисуса, на полицком с нас будет эффективаки. Помоги нам поддерживать руки нашего пастора. Полицком с турет мацитай рукс. Помоги нам иметь сердце любящее. Лай вам будет милош сердце. Любящие Тебя и любящие людей. Кас мил Теви, кас мил цилвекс. Аллилуйя. Шерам Боста Колороба Хаталарки. Ирам Хатларми Хитлерми Стекер Китай Турди Кинарами Гей. Шерам Боста Колороба Хаталарки. Вашинтара Брасиля Грабагросса Тей Вашинтара Мастуя Нерви. Ирам Хатларми Хитлерми Стекер Китай Турди Кинарами Гей. Чейсантар Брасиля Грабагросса Тей Вашинтара Мастуя. Nāc ārā, ja tu gribi mainīties. Nāc ārā, ja tu gribi būt par to cilvēku, caur kur Dievs var izlieties. Ja tu gribi ar tevā dzīvē būt daugļi, nāc ārā. Ja tu gribi dziedināšanu, nāc ārā. Если хочешь исцеления, выходи. Если ты желаешь, чтобы в твоей жизни были плоды, выходи. Nāc ārā. Nepaliec savā vecajā vietā, tev ir jāsver solis, lai kaut kas mainītos. Uzņem šo vārdu kā svaigu lietu no debesīm. Uzņem kā vārdu, kas nāk no debesīm, lai tevā dzīvē atnāk šīs svētības, šīs īpašās vērtības, šie mantojumi, lai viņi atverās šie mantojumi, lai atverās debesis. Dievs no tevis neprasa vairāk nekā tu vari.